Первым стал править всем миром Уран. Он вступил в брак с Геей и произвел на свет гекатомб херов. Они превзошли всех ростом и силой. Они имели по 100 рук и по 50 голов каждый. Вслед за ними родила ему Гея Киклопов. Каждый из них имел на лбу один глаз. Но Уран связал их и сбросил в Тартар. Уран и Гея произвели на свет сыновей, титанов и дочерей, титани. Гея убедила своих детей восстать против мужа, дала стальной меч сыну Крону. Все титаны, за исключением Океана, напали на отца. Крон отрезал у отца детородные органы, бросил его в море. Из капель, хлынувшей крови, родились Эринии. А со следующим поколением история еще страшнее. Крон женился на своей родной сестре Рее. Ему предрекли, что власть у него отнимет собственный сын. Крон стал пожирать всех подряд рождавшихся у него детей. Он сожрал своих детей: Гестию, Деметру, Геру, Плутона и Посейдона. Остров Крит и родила в пещере сына Зевса. Крон требовал отдать ему своего ребенка на съедение. Тогда Рея, завернув в пеленки камень, дала проглотить Крону. Взамен новорожденного Зевса Зевс был спасен от своего же отца. Первым стал править всем миром Уран.
он вступил в брак с геей и произвел на свет гекатон херов.